школьники из Лисичанска, которые сейчас учатся в университетской школе при Елабужском институте Казанского федерального университета, получили документы, удостоверяющие статус гражданина Российской Федерации. Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в Елабужском центре культурного развития «Созвездие» и стартовала с приветственных слов главы района Рустема Нуриева. Хочу им пожелать счастливой жизни, чтобы вот эти вот перипетии, которые у них случились в раннем возрасте, они зарубцевались, и ребята были просто счастливы. Республика Татарстан и город Елабуга стали гостеприимным домом для 50 детей из Лисичанска Луганской Народной Республики. Мы их приняли на базе своего кампуса Елабужского института еще в январе месяце. Все это время ребята учатся в университетской школе, проживают в наших общежитиях, занимаются в спортивных и культурных учреждениях нашего города. Наконец-то настал очень важный в их судьбе момент. Сегодня 50 ребят из Лисичанска получают паспорта гражданина Российской Федерации. На торжественной церемонии также присутствовали начальник управления общественного образования Министерства образования и науки Республики Татарстан Татьяна Алексеева и сопредседатель Татарстанского отделения Общероссийского народного фронта, генеральный директор Елабужского музея-заповедника Гульзида Руденко, председатель Совета ветеранов Елабужского района Геннадий Баганов. Приглашенные гости поздравили ребят с получением важного документа и пожелали успехов в сдаче единого государственного экзамена. После торжественной части для учеников провели беседу путешествия по страницам истории России. Каждая из них сопровождалась именами выдающихся граждан нашей страны, которые в свое время внесли вклад в ее развитие и процветание и тем самым становились примером для новых поколений. Конечно, непросто, потому что им пришлось привыкать к новым традициям, к новым обычаям. Им пришлось жить без родителей. И наша задача заключалась в том, чтобы окружить их любовью, теплом, пониманием, создать все условия, чтобы каждый из них завершил 11 класс достойно, хорошо подготовился к государственной итоговой аттестации и нашел свой путь в жизни. Церемония вручения паспортов завершилась ответным словом старшеклассников, которые поблагодарили организаторов за проведение такого мероприятия и пообещали добиться больших успехов в жизни. Скоро у ребят наступит важный этап – сдача единого государственного экзамена и поступления в ВУЗ. Это очень для нас такой серьезный шаг. Теперь мы можем, ну, ничего не бояться, как сказал Женя, можем везде путешествовать. И теперь осталось только поступить в КФУ. Напомним, что ранее для ребят была проведена обзорная экскурсия по Казанскому федеральному университету. Для будущих студентов провели экскурсию по музеям Казанского университета, а также показали здания институтов. Отметим, что КФУ имеет давние партнерские отношения с Лисичанском. Так из университета была отправлена туда не одна фура с гуманитарным грузом. Аделина Абдрахманова, Айдар Нурмиев, Универньюз.